Спасибо. Холик, ДЦ, Пал и Рошам. Нет. А, ну да, хотя... Блин. Двадцать пятку поставьте. Шлем прикольный. Патрон смога. Я, у меня грид не работает. Прикольная. Поставьте 25. Нет, кто-то в инсте. Пиздец. Какой релогнис? Надо поменять этот. Это грид, аддон такой. Нормальный он аддон, там ничего не надо настраивать, он сам настроен под меня. Ничего прописывать не надо, он сам все прописано там. Ролл Д, змеи на святилище. Не, надо менять перед, значит, перед сбором надо менять. Нет, именно чтобы это было. У меня Да-да. 25-ка А стоит, там ничего не надо. Тролл Д в змеином святилище. Не. Собираем. А кто собирает вообще их? Холидрин, ты ставь 10-25 всегда. Забудь про десятку, вообще удали десятку с рейдов. Она сама ставит. Сама Нет. ставит. У меня всегда 25 Что ты стоит. собираешь, я? Я про десятку Ладно, я забыл уже. собираю Десятки уже. можно не ходить. Да. Ну, чтобы 25 была. Стоит 25. Ассисты есть у всех. Как мне имя поменять в этом ебучем в Details? О, нормально. У нас Что будет я два смотрю, мордаунта. летите? Быстро. Настройки, там псевдоним. Не, я на шамане. Он просто не сбрасывается постоянно. Какой соло, блин? Там мобы убивают. Плюсуйте. Плюсуем. Бенстиллер вон пришел. У Ханта БМ сколько на пол длится? 4. 4 секунды всего лишь.
Как притом наклонил. Ну так. Мне написал, отклоняет приглашение. А что было уже в пати, вот и все. Я притона не вижу. Ну, стресса проходки нет. Я тоже не вижу вон притона. Тролл Дэнни тоже. А, вот он. А вон, да. Появился. Ну, вот одно место. Ну и тролл. Ну, он ФК. Трейси, ты сколько робота выдавал? По Воке. Я, блядь, в Воке ни разу не был. В чем речь? Я думаю, то ли мне, то ли не тебя в танка спикать. Трилога, конечно. Ну или давай я в танка спекнусь, блядь. Ну то понятно. Так, где ты там? Ассистов раздай мне шалфиру тут. Ответственно. Стратегию уже на гидроса выработали. Думаю, следующего, когда будет нормально. Убить самого. Так сказать, успех, да? Да. Нахуя? Еще будем на переходках боевые сдавать, чтоб не разъебывало от доток на. Где воронки, блять? Убить шамана. Вот ну, такой там кровожадный. Это такой там кровожадный слишком. Устраняем конкурентов. Бах. Ну, говно было просто, типа. Просто разъебан.
Извиняюсь, да? Вместе со всеми демонами нахуй сдуло. Хозяин умер, и приспешники тоже. Блять, а можно еще больше мобов нахуй? Вот так в жизни. Это носом пиздал. Нет. Как Джеки Чан. Еще эти птеродактили ебаные, блядь, пиздец. Ну сейчас да будет. Что ты имеешь против птеродактилей? Против этих конкретно, да хуя чего? Не конченые, блядь. Давай, чай скорее. Одним будет меньше. Иди всех тогда. Ты хорошо подумал? Не, я имею в виду всех. Не в геле, да. $10 миллионов, блядь. Не рановато ли? Мы еще с этим общаемся. Вторая гера есть какая-то? Где, блядь, наши вороны? Никому не говори только об этом. Личный выход из ситуации. Это скажут, слезы алголона на трэше припоты пьют. Так сейчас это все на видео будет, он нас всех спалит, блядь. И ты зря нахуй это делаешь. Меня выкинуло. Заходи давай. Это третий. Давай не надо. Здесь. Подожди, тут половина этого еще. Там... сразу же покажи ему будут. Балкон какой-нибудь, нахуй, я хуй его знаю. Алара можешь еще позвать, тоже почилить. Да. Голубиный флекс, блядь. Типа. И чё, сколько лета? Где-то сзади там. Ой, наказали. На входе стоит. Когда будет? Вот ты все, говорит, хватит, говорит, дамажить и беги. Иди спортом за ним. Да? Ну, так как гоблин маленький, надо ногами шевелить. Ноги подкачаешь. Да-да-да. А ты видел у него эти ступни? Нет. Больше меня, блядь.
Так, а у нас что получается? Алара, мы не убиваем Алара, потому что урона не хватает? Да все убиваем Алара, просто Войт не хочет. Там топ-3 не лежит, алло, какой не хочет? Раздупляйся давай, начальник. Вы сначала робота, блядь, убейте, а? Алара. Нам сначала надо, нахер нам, робот. Нам сначала надо вторую часть Т5. Да нахер Т5? А ноги чё, ну, босс тот, он вроде не сильно сложно. Чего не обещаю. Ты чё, хочешь и книжку с Феникса запиздить? Это, конечно, конечно. В смысле, гиг. Да. Топ-3. Ну давай, давай, алтай, пожалуйста, алтай. Мне-то чё, мне даже захлуча. Как раз токен не полутаешь. Это мордаун-то? Мордаун-то даже можно полупить. Ну, спасибо, я осуждаю. Он рассказывал, как девочек бьет, но... Так получается, на работу завтра. На работу рано, пиздец. На основании мне вставать в 4.50, наверное. Да. Ой. А сейчас, что, паладин не стал. Какого же смысла ложиться собакой. Нету? Но... Сколько тебе на работу вставать? 4.50. Пофи, пофи, выпьешь, нормально. Не-не-не-не-не, лучше ведро. Идти спать, потому что там пиздец-то пол творится будет, я сам знаю по-своему. Не бейте, сука. Пацан под замес попал. Я быстро разбери. Даже не почувствовали. Мне, кстати, тоже надо будет свалить это в 7.10. На съемку ехать надо будет. Чё начинаете, блядь? Это тоже надо свалить в гости. Я тоже хочу там уйти, пожалуйста. У меня работа такая, просто что никогда это, и тогда и это. Снимай, тогда снимай. Да, типа. Что звучит стоишь? Плохо. Я не скажу. Ну, в общем, его снимай. Не по карману, да. Слышишь? Давай, кто уходит раньше времени? 5 гп в минуту. Нихуя. Удачи от... А это что получается? Следующего РТ или как? Ну, до конца РТ. А, я нормально. Понял. Солидно. Кто выдал, кто это? Придумал такой... Да, у тебя щитки. Почему 4 щитка висит? 3? Почему их сбивают по КД? Чё могу сделать? Не ври, у меня еще дебаф висит. 4 щитка. Отстань, я ДЦшу. Я думаю, раунд, что находится в КП? Я 2К. Где? По кому? А ты интересно. Посмотри 17 место. Да? Фига я машина. А, это не я, это не Мишиты был. Это Лепищик. Подожди, у меня вообще-то топ-2 написано. Я не мой ник. Ничего не знаю. Мардаунд это этот самый, не Мишиты, блин. Бич, блин. Бесполезный. Вывести. Блин. Не прав мой ник еще. Еще бы куку Д не поставил. Я не разу не... Я ж правильно написал. Мардаунд. Нет, Мардаунд ДТ. Ты написал Мардаунд. Будешь даун. Не, вообще, по факту, оригинальный Мардаунд должен был без буквы D идти, но какая-то скотина на X2 заняла этот ник, и мне пришлось вставлять букву D, потому что в оригинале Мардаунд у него без D идет. Чё, не знаю. Но ты почитай Мушкетёры 20 лет спустя, там узнаешь. Будешь опендриваться, реально буду кричать по дауну дойти. Хорошо, я себе специально сделаю ник. Да у него тут прожу, да у него. Спасибо. Кого? А, за что? За что у меня? Можно в ДЦ не давать инет, пожалуйста? Вы мне всю эту, вы мне всю ротацию сбиваете. Ротация? Ротация. Щиток, 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 щиток. Да, у меня ротация на регионы маны, вы мне все сбиваете. У меня просто мои прожимки уходят за просто молоко. Это как у Аршама, тоже ротация, цепуха, да. Цепуха, цепуха. Я помню походу в Геру, когда я даю короче, этот, даю тварь, и мне говорят, жми гимн, ставь тотем. Я такой, я же ману себе есть. Бесполезно. Ока обнаглела. Че, не одно еще? Нет. Да забей, это алмазы, выцели. Высрали, вот теперь по неделе шансы дропа. Две в ЗСе, блядь. Здесь еще не одни. Все, две в ЗСе, хватит там. Да нет.
Какой хочет, блядь, надо действительно... Остальное на аукционе продается. Ну, все остальное на аукционе. А еще лучше в донат-магазине. Да, точно, в донат-магазине. Идешь, купишь, положишь работу. Они будут здесь. Я бы сразу вдонил бы, если бы вместо двух, вместо этих крыльев, вешались бы аниме-девочки. Девочку быстренько. Бать, воспитался на зумера. Бать, просто. Анимешные девочки, я понимаю, конечно, но анимешные мальчики лучше. Бля, давай без вот этого, пожалуйста. Это просто взять и успокоить меня. Минус один. Ты где диспел? У ДЦ ротация сложная, щиток. Там не диспел. Согласен, там не диспел. Давай как-то... Я писал, что говорит, мне защиты кидать больше. Это выключил. Там наручи. Поручи забыли. Наручи забыли. Ладные. И пояс забыли тканевый. Вы что, идите? Кто там? А сейчас что соберу? Да, смешная цена у запястья. Смешная цена в запястье. Это же без запад. Недели две назад мы вроде бы за 2,5 выдавали. Сейчас 500, да? Или 200? 309. Что там на замене есть в купов? Замена. Ну, все такое 271. Ресните, пожалуйста. Ну, голды. Без проблем. Я нажал просто off. Ну. У меня 277, как бы. Не горит. Да не горит совершенно. А, ты себе что ли хочешь? Угу. Думай. Ой, ты хитрожопый. Да вообще хитрожопый. Да, возвращайся, опять за половину. ГП завтра убрал. Нормально. Угу. Так и живем. Так и живем. Все, ИП закидываем, идем. Не наебешь, не проживешь, короче. Там это, ушлепки идут. Нормально. Хотя при таких сменах цен, то надо, мне кажется, резать ГП ИП. Бейте. Всем. Предлагаю начать сначала. Не надо ничего резать. Забудь. Че? Да-да, забудь про лес. Че? Какой резать? Что такое резать? Режет барашков типа на балконе, а тут резать-то ничего не надо. Ой, сейчас пизды кому-то дам. Лиза умирает? Нет. Да, я тебя в пизду, погоди. Ну, двоих сбрил. Нет, одного. Почему двоих? Не, меня убил моб. И меня моб, так что ты никого даже не убил. Ну, а вот теперь люди умеют. А нет, пылающий солнечный огонь это... Это сова, да? Нет, пылающий солнечный огонь. Там же пишет, по идее, кто тебе вдамажил. Каждый раз, когда лунный огонь наносит периодический урон, с вероятностью это 33%, а, ну, это сова, я говорю.
О, спасибо. Отомстить ему? Да, там поставь, как это называется. Наград за головы. А где 100 голды? Все вопросы к Войду. А, тебя наебали. Так вот, после этого ресейбл. Я скажу тебе правила экономики. Сначала ты голду получаешь, потом ресаешь. На почту скидываемся. Да, да, да. Он шел чай пить. Эй, ты зачем мне стан дал, но? Ратника сбрили. Ой-ой-ой. Оп, разогнались. Блядь, чё, шем прокает, блядь, уйди нахуй от меня. Чудовище, блядь. Крылья нажал, бежит, блядь, сумасшедший. Хорошая походка, да? Шим летит, ебало. Срака пылает, блядь, крылышки, нахуй, бежит. Очко сжимается, да? Ну, я сразу детеренс нажал, еще когда увидел, как баллонка руки вверх подняла. А, рыбу можете похавать. Блять, сколько еще пачек? Три. Ну что-то они подкрутили с трэшем. Да пиздец вообще какой-то, блять. Ни одной воронки пока. Трэш как в РБК. Он сложнее, чем боссы. Это же стандарт. Нет, они про воронки говорят. Ну конечно. Они падают. Тут, блядь, с каждого должна воронка падать. Такие мобы пиздец. Особенно вообще у драконов, да? Курица нахуй 10 миллионов летает, блядь. Трех-четырех личей в десятки захерячили, да? Подумай. У них по 10 там, будто. Ну, на актуаль. Ну что, кто знает, на актуале ульту открыли или уже давно? Да, да, да. Давно. Уже закрыли, причем ее. И следующая ИК и Че, да? Да, причем заметь, закрыли этого йога плюс 0. Некоторые гильдии. Да в тот же КД закрыли. Ну там, короче, была такая гильдия прикольная такая ж. Она пошла двумя рейдами. И один рейд не закрыл этого ходера в КМе. А второй рейд пробежался и всех закрыл. Ну, двумя, да. Это, наверное, эти в Фуаскет. Нет, по-другому. Нет, ходят они закрыли. Им не хватило до ге. Но они. Им пару секунд не хватило до того, чтобы убить его. И он второй этот фундук уничтожил. Да там, да, все ходера убивали. Да. Нет, я просто смотрел тоже челик одного, он рассказывал, там. Может, видел пиптар такой, стример есть такой. Я у него глядел этот обзор на эту всю фигню. Кому поток чар? А что я хочу? Хочу я на палку. Инчантер, кому? Я инчантер. Я инчантер. Мой ролл. Ты вагон. Я супер инчантер. У меня больше инчантер, чем у тебя. Давай.
гуляй. Там есть езда, они в Европе убили Алголона, а потом на Пламегуа еще русская езда. Что? Я не слышу, Мордал. Кто ты? Вагон? Гуляем, тем более. А, ты ну, тела по ним. Ладно, вот здесь мы оба вагона, так что пойдем вместе. Вот она, вот. Первая подъехала. И БЕшка. Так это ЗС. Это СОКа первая. Да. Ну, и Серджу подошел. Так что, как бьем? Три хила, один танк? Здесь. Некромантику смоните. О, короче, пока 228 тут, но может вы его возьмете, а там мне все равно через минут 10-15 уже надо идти. Так у нас один и так уже давно. Некромантика есть. Нет, так некромантика есть. Я смотрю, что 228 плюсует. Чтоб он типа не свалил позже. Ну, когда я свалю. Блять, Питер. Может, он телепорт делает. Не-не-не, вон он в Долоране. Тут он. В Долоране. Лови его за жопу, блядь. Да лови его. Это не хочу подставлять никого. Так ты уже подставил, получается. Ну, пиздец. Так, портуйся. Просто будешь ставить две метки. Для ДД, для миликов. На мобу. Маски кончились, естественно. А у нас в этом DC нормальный этот ДБМ? Три. Ну и фаску давай мне сразу тогда. Эстовскую эту сопротивление темной магии давать или паладина дадут? Да. Сколько она масло? Сколько сейчас стоит? Блять. Кого там фласки брать? Пускай его в ШП, он бесполезный в ШП. Да, у меня все видно. У меня все видно. Нормально. Че, медлики, все, фласки брать не будет? Равник, Сэджу, Крипто Эвил. У меня есть. Приятно.
Там буря Б. Мастер просит скинуть ДБМ. ДБМ? У кого нормальный, ну? У меня старая версия. После... Какого он... Ссылка в аддонах я скидывал. От 9 числа ссылка на ДБМ нормальный. Ой, это у тебя из ПД фласки? Можно мне один? О, два даже. Спасибо. Да метку, которую выносить, я занос. Притом скажут, кому выходить. Давай я по контролю троллт. Я могу чисто всю метку продержать. Все окей. Я просто ставил шипы. И фантом. Второй стан, да. Если тот рак, а где щука и лебедь? Войт еще раз без метки маг, да? Все понял. А че по наполу там вот этих мобов пулить, потом жрецов? На Эвилашу все. Как бы, ну, КД не хватит, чтобы мобов напулить и жрецов. Ханта вообще на пол не мог, что-то я посмотрел, 3 секунды 4 ионных, и получается у него же, ну, еще весь урон идет от пета, БМ же там вообще на пол никакого, можно сказать так. Ну, мы попробуем, что. Я люблю щиты, вышел на си. Ну, блин. Не люблю щиты. Ады. Эй, дайте. Уже все будет. Звездочку игра. Криптоэйл вышел. Вадикон рейснешь.
Братан, ваш... Ада. Вадикон, вы... Без метки страхуйте. Стиллер. Вот фури. А убежи. Видел. Попали. Бах. Не встану. Я кидаю. Баф обновить и попав. Звездочку. Дрейт инвалид ресы. Вломо. Да, он вышел. Инер залили, гламурчик. Так, Слава, Инер. Опа, вайп. Фукмастер. Падайте, умирайте. Там босс вышел и сразу убивает. Не знаю, как так. Отстаем уже. Сейчас резнут. Босс не спулится.
Потому что он раньше пулился, так. Те, кто под боссом, пусть стоит. А, все, побежало. Тебе сказали, Хокмастер, в аддонах, ссылка на ДБМ. Там от 9 числа я скидывал ДБМ. Радик, ты в стенку бежишь.